Всем привет, ребята! Сегодня на обзоре вот такая штука для ленивых. И не очень богатых охотников, пристрельщиков и так далее. Это лазерная пристрелка холодная, что-то типа патрона холодной пристрелки, только намного лучше, потому что патрон холодной пристрелки именно под определенный калибр, под определенный ваш калибр. Тут вот эта штука универсальная, так скажем, от 177 до 50 калибра. Такая коробочка, мануальчик на английском, в пакетике были все вот эти проставочки, это под разные калибры проставки, отверточка и пару болтиков, чтобы прикручивать все это дело. Сама приблуда выглядит вот так. Вот сюда одеваются вот эти проставочки. Вот так. И болтиком прикручивается. Отверточка в комплекте, все есть. Батарейка тут CR2, как мы видим. Довольно-таки специфическая такая батарейка. Вот так она выглядит. Маленькая такая. Ух ты, какой ветер. Вот написано плюс-минус, где как вставлять, плюсом вниз, минусом вверх. Закручиваем и все, кнопка включения, лазер зеленый, видно довольно таки хорошо и далеко, точка небольшая, поэтому шикарно. Далее по настройкам. Зачем вот эту я поставил тут метку белую? Это я его уже откалибровал, как это делается, сейчас объясню на примере своего матадора. Снимаем дульный компенсатор, вставляется эта штука прямо в ствол. Вот так она плотненько вставляется. Ну, я выбрал положение, чтобы кнопка была сверху. Вот. Чтобы было хорошо видно. Так скажем, да? И далее, что мы делаем? Вот мы его установили, меточку поставили, включили. Там у нас направление, допустим, какое-то. Ну, у меня вот забор, ворота. Включаем в этом положении. На заборе появляется у нас точка. Сейчас включим. Вот. На заборе появилась у нас точка. Вот она светится, ее видно. И вот видно 4 точечки. И посредине магнитик прикреплен. Ну, не суть. Значит, вот мы его включили, поставили. Далее мы прокручиваем на 90 градусов относительно верхнего положения. Вот на заборе точка свое положение изменит, ставим маркером точечку, прокручиваем еще на 90 градусов, опять ставим точечку на заборе, еще на 90 градусов опять ставим точечку,
и еще на 90, и у нас получается 4 точки на заборчике. Вот там видно эти 4 точки. 4 точки соединяем крест-накрест, получаем середину. Вот там магнитик у нас. И далее кто-то в комментариях там писал, что приблуда не откалибрована, трали-вали и так далее. Ну так вы, ребята, извините, если мозгов нету, зачем вы покупаете такие вещи? Далее покажу вот эту наклейку, которая вот здесь у нас, снимаем, и можно ее выкинуть. И вот тут есть регулировочные болты, все их отпускаем и выставляем нашу точечку путем регулировки вот этих болтиков, выставляем по центру, выставляем точечку на крестик. Это пересечение 4 точек, когда мы прокручивали на 90 градусов. Вот сейчас не совпадает он, конечно, но если мы посмотрим в прицел, то все прекрасно совпадает. Уже просто двигал прицел и оптику двигал, и вот поэтому сбил уже. Вот так я подвигал, поэтому с крестиком там не совпадает, но вот так она стояла. Вот. Ну и все, как бы, вот теперь мы имеем откалиброванный лазерный патрон, так скажем, холодной пристрелки. Вот он туго-туго так вынимается. О. Вот. Зеленый лучик тут. Все классно. Вот такая вот штука удобная. В комплекте есть вот эти резиновые всякие разные тут проставочки под разные калибры. Вот они тут путем подбора вот этой проставочки можно подобрать свой калибр. Хочу заметить, что при одевании создается вот тут такой бугорок, и она еще плотнее лазит. Все, надели, вот этим болтиком закрутили, и все, красота. Экономим патроны при пристрелке. Вот такая классная штука. В любом случае, уже в листок бумаги вы попадете. Ну а там путем небольших корректировок по пристрелке прицельной сетки чуть-чуть подправить ее, и все, и красота. Но если его настроить так, как я настроил я, идеально с перекрестием сетки, то с одного выстрела можно пристрелять любую оптику. Пожалуйста, не благодарите, пользуйтесь.